Ульяновской области стартовал 14-й по счету региональный конкурс «Самый классный классный». Лучшие педагоги собрались на базе кадетской школы номер 7, чтобы посоревноваться друг с другом в профессиональном мастерстве. Очень важна популяризация именно работы классного руководителя, поскольку мы прекрасно понимаем, что перед ними стоит очень важная задача. И во все времена классная мама, классный папа – это очень важный, самый важный в школе человек. С сегодняшнего дня и по 7 февраля включительно 10 классным руководителям предстоит пройти ряд испытаний. Открывает конкурсный день самопрезентация и защита инновационного опыта. Дальше пройдет собеседование с экспертами, ряд тематических конкурсов, решение кейс-сессии, разработка образовательного проекта, а на десерт останется проведение мастер-класса. По итогам состязания определится 3 победителя. Тройка лучших преподавателей будут отмечены памятными подарками и денежными призами в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Я вдохновляюсь именно этими конкурсами, и столько новых идей появляется, то, что я хочу воплотить именно с детьми, именно как классный руководитель. Также в эти дни на базе кадетской школы проходит региональный конкурс «Воспитать человека». В нем принимают участие 9 педагогов. Учителя проведут открытое занятие, воспитательное событие, мастер-класс, выступят в открытой дискуссии гражданин, презентуют собственный инновационный опыт, а главное, получат новые материалы для работы со своими детьми. Учителя тоже должны принимать в воспитании большое участие, так как дети больше времени проводят в школе, но это всем ясно. Родители, конечно, дома там чему-то научить, но в школе вот учат нас общаться. Победители регионального этапа отправятся в Москву, чтобы обменяться лучшими практиками в области воспитания. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.